Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас 26 февраля, и я предлагаю сегодня поехать в увлекательное приключение со мной в тигр-парк. Там мы посмотрим на тигров, больших и маленьких. Покажу вам, тигр-парк находится в городе Паттайя, страна Таиланд. Погода сегодня замечательная, люди отдыхают. 10 утра. Итак, друзья, мы приехали в тигр-парк. С нетерпением жду встречи с этими красивыми, замечательными животными, которыми, ну, невозможно не восхищаться. Так, пошли посмотрим. Вот, друзья, фотографирование с большим тигром. Стоит 600-900 бат, 90 бат. Вот, есть также для детей с маленьким. Вот, я взял, значит, с большим. Я взял, чтобы меня фотографировали. И я взял сафари поездку. Также в комплексе вот есть еще вот такие возможности поиграть с тиграми. Теперь мы идем к кассе оплачивать. Друзья, нам обошлось это все 1479, грубо говоря, 1500 бат. Красавец какой там лежит. Я заплатил за то, чтобы сделать селфи, 390 бат. Ну, подбежал ко мне человек и хочет вот сфотографировать. Я так и не понял, входит это или нет, или дополнительно оплачивать надо. Так, давайте я вам покажу эту прелесть. Какие маленькие тигрята. Биг — это значит с большим тигром идти куда-то сюда. Ну, друзья, нужно с задней стороны подходить к тигру, не подходить ни в коем случае с головы. Окей. Друзья, мы сейчас сделаем пару снимков, пару фотографий с тигром, за который я заплатил, ну, чтобы память была. С такими огромными кисками находиться в одной клетке, конечно, здорово. Ну, друзья, лежит такой, проснулся. Очко, конечно, на нуле.
Не будете травмами. На полме. Подними. Подними. Сафари, мы сейчас на машине будем ездить, смотреть на тигров. Сидеть в машине в безопасном положении за стеклом. Ну, это, конечно, намного приятнее, чем когда дрессировщик с маленькой палочкой в руках. И такая огромная кошка, конечно, блин. Ты понимаешь, если в тебя кинется, короче, там уже никто его не оттащит. Так, на полметра от смерти, блин. Игра со смертью. Такие селфи. Тигрята маленькие спят. Ждут своих посетителей. Таких же маленьких детишек. Для того, чтобы с ними поиграть, пофотографироваться. Здесь можно водички попить, купить. Там играется, видите? А здесь спит. Вот здесь можно погулять. Вот. Взгляд такой. Руками не трогать. Фотоспышка запрещена. Тыкать пальцем и так далее. Просовывать палец в клетку. Вот там, смотрите, белый тигр. Смотрите, как здесь сделано. У нас тигр купается. Не жарко. Он тоже большой какой. Смотри, охотится как. Молодцы, ну давайте еще раз. Сели такие со спины. То не кормили, что ли, с утра? На мордочку. Кися такая. Потерял интерес. Наготове такой.
передними лапками или нет, чтобы выше выйти. Видели, да, какие разборки у них свои на районе? Лучше наблюдать из-за стекла. Да. Ну что, идем посмотрим, где наше сафари. А то я гуляю, а английского языка не знаю, даже не спросил. Где тут безопасный наш автомобиль? Вот так ходить среди тигров, смотрите, вот здесь. Вот еще один спит. В каждом вольере они вот такие красавцы лежат и наблюдают. Просто гигантский. Надеюсь, тут никто клетку закрыть не забыл. Парочка такая. Блин. Нет, я смертник, с ними фотографировался. До сих пор, если честно, в себя прийти не могу. Ну, друзья, сказали сафари сюда. Я так понял. Ну, здесь можно вам тигру палец высунуть. Лишний. Есть такие открытые вещи. За дополнительные бабки вас без стекла повезут. Так, мне показали, чтобы я вот здесь сидел и ждал. А что? Выглядит безопасно. Можно даже погладить или покормить тигра. Сочной рукой или там ногой. Интересно, вот есть желающие вот на таких вот покататься с тиграми? Сразу подгузники тут, наверное, выдают. Садишься вот в такой вот автомобиль без стекла. И поехали. Я нахожусь на первом месте с водителем. Вот это самое безопасное место. Посмотрим, что нам покажут.
Друзья, наша поездка подошла к концу. Наше сафари, небольшой тур, экскурсия. Вы видели этих красавцев. Жаль, конечно, что очень быстро все закончилось. Это не Африка. Поездка стоит этих денег. Как бы мы насладились видом этих прекрасных созданий. Благодаря посетителям парка, туристам, этих животных кормят. Я вижу, они чистенькие, ухоженные, в хороших условиях. Жалко только то, что их держат в этих клетках маленьких. Честно говоря, я смотрю, у меня сердце крови обливается. Конечно, это неправильно, они должны быть на свободе. Вот. Ну, что поделать, мы люди. Люди все эксплуатируют. Вот, и была бы ли возможность вот так увидеть близко, еще и потрогать, если бы не было таких мест. Так что я бы не сказал, что это вопрос спорный. Если бы от меня зависело, я бы их всех отпустил в природу. И лучше бы люди, которые занимаются этим, они бы снимали, нам бы показывали их в природе. Вот. Но от меня ничего не зависит. Так же, как и от вас, приходим на них, смотрим, восхищаемся их силой, их грациозностью. Вот. И как бы финансируем, чтобы их могли хорошо содержать, кормить. Вот, накормим, даем деньги, с одной стороны. А с другой стороны, пока есть такие, как мы, такие места никогда не закончатся. Они постоянно будут везде, потому что, опять же, они приносят деньги. С одной стороны, помогаем, с другой стороны, сами же клетки загоняем. Вот, говорят, что их чуть там чем-то колят, не знаю, насколько это правда. Как бы они в основном 20 часов в сутки спят, и в природе тоже. Вот поэтому сложно сказать, насколько это правда. Может, ну, большие биг. Страшно, капец. Я не знаю, каким нужно быть на голову отшибленным, чтобы стоять рядом с таким тигром. Причем они перед тобой, а ты за тигром. Давайте поснимаем лица людей, которые стоят за тигром. Друзья, ну вот и закончилось наше путешествие на сегодняшний день. Я в восторге, забрал фотографии, огромное количество шикарных фотографий на всю жизнь, память будет. По крайней мере, я это сделал. Я погладил большую кошку, обнял ее, подержал за хвост, подержал за лапу. Незабываемое ощущение. На рубли обошлось это примерно где-то, сейчас скажу, 4000 рублей это все удовольствие обошлось. Но поверьте, это стоило того, потому что такое может быть только один раз в жизни. Второй раз я сюда уже не приду. Вот, но первый раз это незабываемое впечатление, ощущение. Потому что когда ты осознаешь, что тебя просто может сейчас порвать буквально в секунду. Я надеюсь, вам понравилось. Напоминаю, это Таиланд, город Паттайя, тигр-парк. Также я вас прошу подписаться на наш канал, кто не подписан. Ставьте лайки обязательно, особенно там, где я делаю вид, что мне не страшно. Это заслуживает лайков. Вот. Ну и какие-нибудь комментарии. Если кто-то был в
таком же парке или в этом парке. Напишите об этом ваши впечатления, ваши ощущения. А я с вами прощаюсь и до нового выпуска. Будьте с нами на нашем канале. Оставайтесь, мы постараемся еще много интересного контента для вас записать.